Товарищеские хоккейные матчи между юношескими сборными Приморья и Харбина стали важной частью 8-й российско-китайской экспо. Приморье на льду в Харбине представляли спортсмены из хоккейного клуба «Адмирал», а также из «Уссурийска». Мы сейчас активно продвигаем молодежный спорт на площадках Приморского края, где каждый год проходят соревнования. И, безусловно, сейчас к этому подключился Харбин. Поэтому надеюсь, что у вас хорошие перспективы побывать в Приморье, показать настоящий хоккей в предстоящих зимних играх, где всегда мы вам будем искренне рады и видим, что именно спорт является послом мира и дружбы между нашими народами. Ранее в Харбине стартовали 8-й российско-китайское экспо и 4-й форум межрегионального сотрудничества. В выставочном пространстве Приморья на экспо представлены товары 17 местных брендов. Это производители рыбной продукции, меда, биологически активных добавок из гидробионтов и дикоросов. Юлия Ракоцкая, Диана Иванова. Новости на 8-м.